Когда спрашивают, что такое счастье, счастливы ли вы, ну, все отвечают по-разному. Можно мыслить глобально и рассуждать о счастье, а можно просто в каждом состоянии и в каждую долю секунды ощущать себя счастливым человеком, быть наполненным изнутри. И тогда, независимо от погоды, от твоего местонахождения, от событий, которые вокруг тебя происходят, ты просто знаешь, что ты есть. Ты знаешь, что ты живешь, что ты дышишь полной грудью, что ты ощущаешь каждое мгновение в этой жизни именно сейчас, в данную минуту. И неважно, где ты находишься. Это, конечно, счастье, что я в этом году здесь, в Болгарии, и побывала в удивительных местах, познакомилась с очень интересными людьми. Я безумно благодарна Ольге Липатовой за эту великолепную возможность открыть для себя Болгарию. Эти полтора месяца прошли очень наполненной такой насыщенной событиями и приключениями жизнью. И осталось много впечатлений, и они будут меня сопровождать и греть своими воспоминаниями, я думаю, еще очень-очень долго. Осталось много снимков, много сюжетов, фильмов, заснятых во время путешествий. И сегодня я собираюсь в дорогу. Я не скажу, что грустно, хотя, конечно, здесь находиться и жить очень, очень хорошо. Вы знаете, очень хорошо.